Однажды сподвижники спросили у посланника Аллаха, салам, или начали, говорили между собой, если бы мы знали, какое имущество или что в этом мире является самым наилучшим, чтобы мы стремились приобрести это. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Афдалю лисанан дзакир». Лучшее из этого, из того, что вы можете приобрести в этом мире, это язык, который поминает Аллаха. «Ва кальбун шакир», то есть и сердце, которое благодарит. «Ва заваджатун му'мина», и верующая женщина, верующая жена, «туинуху аля иманихи», то есть по которой помогает ему в его вере, помогает ему в его, соответственно, помогает ему в вере, помогает ему в его религиозности. То есть человек, который женится на такой женщине, не наоборот у него, как бы, да, иман понижается, оставляет религию и так далее. Нет. Речь идет о той женщине, которая, наоборот, становится причиной, что человек возвышается в религии, узнает что-то новое, например, изучает и так далее. Укрепляется его иман.